Приветствую вас. Да, давайте разберем ваш вопрос. Никогда не влюблялась взаимно. Были мужчины, есть, которым я нравлюсь, но о любви речи не идет. Я не знаю, как это, когда тебя любит взаимно мужчина. Вот сейчас увлеклась женатым коллегой, точнее, он сам начал оказывать мне знаки внимания, но понимаю, что это без перспективы. Смотрите, значит, вряд ли здесь вот так вот без какого-то анализа, да, без какой-то такой, ну, дополнительной проясняющей работы, да, можно вам что-то сказать. Вот, ну, хотя бы... Потому что вы, собственно, и вопрос, ну, никакого не задаете вообще. Вот. Поэтому я бы для начала все-таки, наверное, сформулировал бы вопрос, да, вот, уже. Как-то исходя из этого вопроса, да, можно было бы вам дать какую-то обратную связь. В частности, если, допустим, речь идет о том, что вы хотите влюбиться взаимно, да, вот, то, на мой взгляд, было бы очень неплохо спросить, а вот для чего вам это? То есть откуда? Вот у вас такое, скажем так, желание, да, влюбиться взаимно, то есть какое-то значение имеет для вас, чтобы, ну, вот, что хотите вы влюбиться взаимно, то есть вам, ну, как-то кажется, да, что вас не любят, у вас есть такое ощущение, да, что, вот, ну, что там недолюбленность и прочее, вот. Если это так, то у вас невзаимность, ну, отсутствие взаимности связано как раз именно с тем, что вы ищете любовь. Когда вы ищете любовь, вы пытаетесь этой любви добиться, вот. А когда вы добиваетесь любви, да, когда вы добиваетесь любви, вот тут как раз начинается самое интересное, что добиваетесь вы любви у тех, кто вас не любит. Вот. То есть, ну... Тут вот, на мой взгляд, да, нет никакой тайны. То есть, в той или иной степени взаимность вырастает из отношения человека к самому себе. Чувство человека к вам вырастают из отношения, вашего отношения к себе самому. И вот из того, что вы рассказали, я, к сожалению, могу сделать вывод, что вы себя как будто бы вот все-таки обесцениваете. И если это так, ну, действительно, вот, на самом деле, если это так, то в первую очередь работать нужно с этим. Работать необходимо с прекращением обесценивания себя, с переводом обесценивания на какие-то другие вещи, другие объекты, вот. Потому что тот факт, что вы себя
обесцениваете, как говорит о том, что вам хотелось бы обесценить кого-то. Но вы себе это запрещаете делать. Вот. Вы себе делать этого не позволяете, конечно. И отсюда, на мой взгляд, возникают вот такие проблемы у вас. Соответственно, сначала мы корректируем вот это. Сначала мы корректируем вот этот аспект. Дальше нужно, конечно, смотреть. Нужно смотреть, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, да, как вы, позиционируете себя в отношениях с мужчинами, вот, как вы воспринимаете мужчин. Вот. Потому что тут могут быть разные вещи, тут могут быть разные варианты этих вот, так сказать, направлений. Направлении восприятия. Вот. Нужно смотреть на это. Вот. И уже исходя из данных. Можно уже вот, о чем-то говорить, конечно. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд, да? И по моему мнению. Вам не понравится то, что я сейчас скажу, но есть, на мой взгляд, серьезная проблема, когда человек задумывается о взаимности. Это говорит о том, что человек действует в... в дефиците. То есть у него есть вот этот самый, дефицит. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот нужно нужно смотреть на то, что именно у вас дефицит,
конкретно. Это нужно восстановить, да. Вот. Нужно там скорректировать, и я думаю, что ситуация будет улучшаться. А, в конце концов, именно мы учим других людей, как к нам относиться. И мы можем научить людей нас любить. Вот. Если у вас нет взаимности, то вы боитесь. Вы боитесь любить себя, и вы боитесь, вероятно, любить кого-то. Вот. То, что, ну, то, что вы называете любовью, да, вот, ну, или вы ничего не говорите, не говорили о любви, да, поэтому я тут, значит, не буду утверждать, вот, о любви вы не говорили ничего. Но очевидно, что вот, вы опасаетесь. Очевидно, что вы опасаетесь любить. Вот, ну вот, такая история. Сформулируйте для начала свой вопрос. Сформулируйте для начала свой запрос. И дальше, я думаю, уже можно будет о чем-то говорить. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.